друзья, я снова про растения. Короче, для меня стало неожиданностью корни, мои маленькие ивери. Сейчас. Элеганс. Хотел посадить в маленький горшочек, но не получилось. Видите эти корнища? Это грунт для нее. Это я хотела ее вот в эту плошку посадить, но с такими корнящами невозможно. Пришлось горшок большой делать дырки. Ну вот. Теперь у меня есть чем делать дырки. Он еще дымится. Не видно, наверное. Вот. Короче, остывает. Ой, тут две подкладочки. Короче, там снизу в этих горшках не дно, а, ну, точнее, дно, но такое вот. Его можно вынимать. И на этом тоже сделаю дырочки. Вот. Теперь кладем. Так, теперь беру вот такой с тонкими краями, чтобы не повредить хверию. Это толстые, ну и зачем? Тут и новый старый, новый грунт крупный, вот, а предыдущий мелкий. Но так как камням ничего не будет в течение многих, даже десятилетий, то выбрасывать камни, ну, незачем. Так, берем малышку. Ой, я ее затеняю. Ну, такая вот малышка. Так, сейчас попробую поставить. Так, поставлю. Нет, горшочек туда уже такой большой не влезет. И сейчас буду ее закапывать. Беру двумя пальцами так вот. О, дренаж забыла. Так, сначала нам нужен дренаж. Вот. Здесь я кладу пока хиверь. Дренажа жалеть не нужно, вот. Потому что корни в нем очень хорошо растут. Так, теперь насыпаю немножко грунта. С циолитиком, немножечко земли и галька с гравием.
теперь беру еще, зачерпываю. Можно брать малышку. Так, все. Крышки свободны. И здесь спа. Прошу прощения. На листики попали. Сейчас аккуратненько. Так, когда пальцы слишком большие, надо брать пинцет. Раздуваем. Теперь надо притрамбовать немножечко. Все равно грунт очень рыхлый, поэтому утрамбовка ничего плохого не сделает. Так, дренаж старый, видимо. Так, листик старый. Нам тоже не нужно, иначе загниет, будут всякие вредные микробы или не только микробы. Вот все, посадила. Теперь поставлю ее под свет, но уже поздно. Буду сейчас выключать свет, а завтра буду думать, наверное, светильник побольше еще повыше поставлю повыше, вот, чтобы чтобы было нормально, не полил листья, вот, было все нормально. То есть подставлю под светильник еще 2-3 книги потолще. Ну да, они у меня на книгах стоят. Вот. Второй светит вниз, но большие горшочки вниз помещаются, конечно, но их вере надо побольше света. А вот хворти можно поменьше, поэтому она стоит внизу под рейками. Вот. Ту я хвери поставила. Ну, пока не разобралась совсем. Уже 10 минут почти. Простите, пожалуйста. Все. Всех присадили. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. Пока-пока. Здоровья вам и вашим растениям.